Я уже записываю. Макс тут балуется. Смотрите, матрасы. Какой-то размер у нас твин. $174 сейчас, 99 центов на скидке. $45 скидка. А мы, кстати, покупали, ну, месяца два назад. Не было скидок. По-моему, очень жаль. О, Макс уже коньяк. Максим положь на место. Так, а это знаете, что это на эту штуку матрас ложится? Не знаю, как он называется, а ну-ка. Bed frame. И почем? 39,99. Начнем с картошки, 7,99. Нам надо картошка. Закончилась у нас. Возьмем, наверное, такую пачку молоденькой картошки. Какую будем брать? Я думаю, пачку вот этой и пачку обычной, желтой вот этой. Она по 8,99, 15 LB. Не гнилая? По-моему, нормально все, смотри. Да. Не, давай просто одну такую возьмем. Одну на место. Еще есть вот такая картошка, старая. 7,99. Пойдем? Такая крупная, это для запекания очень классно. Она такая прям крахмальная, крахмалистая. Бананы, по-моему, у нас по $1.50. И у нас закончились как раз, так что надо взять. $1.49. Я возьму, наверное, пару штук. Это вот эти мини стоят $7. За сколько там получается? 1.5 LB. Персики продаются, ну, они никакие, знаете, как пластмассовые. Как по мне, на мой вкус. Так, а, яблочные персики 7,99. 3,5 паунда. Почти 2 килограмма. Килограмм 800 грамм. Так, где-то мой Максим потерялся. Не вижу, куда он исчез. Я стою возле грильницы. Смотрите, какая крутая. За $999.99. Газовая. Stainless steel. Полностью из стали сделана. Она не будет ржаветь. Эти с полочками. Конечно, крутяк. Мне нравится. У нас дома нет. Мы покупали всегда какие-то дешевенькие. И они ржавели. И потом мы их выбрасывали. Ой, сейчас придавлю бананы. Смотрите, здесь газовая колоночка. Так, закрывается. Вообще, надо спросить у наших друзей. Они так довольны. Какая-то у них там тоже крутая стоит дома. Какая у них. А потом покупать. А вот еще одна. За 599. Керамическая. 24 инча, да? Луизиана Грилс. Вот такая. Ну, вроде бы керамическая тоже неплохая считается. Но это надо с мужем прийти и посоветоваться. Без него не буду покупать. Он сейчас сидит дома. Ой, не дома, а в машине с детками. Мы не захотели их за собой таскать. Вот, вот это моя мечта, видите, какой зонт огромнейший, столик и диванчики, это на улицу все. Стоит один зонт $559, плюс налог. Ну и вот этот набор 2000 стоит, всегда говорю плюс налог. Ну вы уже, можно не говорить, вы все и так знаете, наверное. А ну-ка посидим. О, конечно. Комфортно очень, крутится, потом оно еще так шатается, сидишь как на кресле качалки, и, наверное, диван, ну-ка,
И диван то же самое. Тоже шатается, качается, по-моему. А может и нет. Но кресло точно. Два кресла-качалки. Шикарнейший набор. Но это надо иметь очень большую деку. У нас, если мы поставим, то оно займет пол нашего бэкьярда. У нас маленький бэкьярд, а вот такой за 1000. Тоже ничего так смотрится. Зонтик $200. Но это потом. Если что, пока с этим повременим. Каяк продается, смотрите. Девочка просто взяла, вот так и понесла. Наверное, легенькая штука. Здесь в наборе у них, что это такое, не знаю, даш ковер. Так, здесь какие-то крепления и весла. $299. О, Максик уже что-то взял здесь. Я взял супчики и вот этот вот интересный Irish stew. Угу. Уже готовое, да? Только надо подогреть? Да, надо в этом... В духовке? В воде горячей. А, в воде горячей? Да. Ну, такие супы, это на быструю руку, когда нам некогда. И такую вот курочку взял. Курица здесь, коска, стоит $5, да? Угу. А мы уже брали такие, Макс, или нет, супы? Нет, по-моему, я думаю, не брали. Это loaded potato. Картошка с чем? Просто картошка. Просто картошка, картошка с сыром и с беконом, да? Да, да. Макс, ну это мы можем дома приготовить. Ну, такое. Ну, бекон есть, картошка есть. И сколько это стоит? А то я цены рассказываю тут. А, короче... Ну, примерно хотя бы. Это суп стоит, я думаю... Где-то $6, наверное. Ага. Что-то. Вот это? Вот это вот $12, где-то, я думаю, сейчас тут написано. А, нет, все-таки 16. Угу. Ну, вот так. И это так само, $6-$7, да? Ну да, где-то. Макс, я вот думаю, может, много не будем еды набирать, а... чего? У нас столько денег. Да, просто я хотела с папой прийти и купить грильницу, Максим. Ты видел, какие здесь продаются крутые? Пойдем, я тебе покажу. Все для спорта продается. Было бы время. У нас желание есть, времени нет. Всей семьей выезжать постоянно. А вот это? Не, ну это очень дорогая, смотри, 1000. Мам, ну зачем нам гриниться? Мясо жарить. У нас... Ну вот, смотри. Зима, мы... Вот сейчас уже можно начинать полгода тепла. Уже сейчас можно начинать жарить мяско. Смотри, здесь и курочку можно приготовить. И вот они показывают разные-разные блюда. Смотри, Максим. Да, конечно. Керамическая. Да. А я эту не видела. Смотри, KitchenAid. Нам вот такой бы хватило. $400. Слушай, давай такую возьмем. Маленький такой. Папа, думаю, не обидится, если мы без него. Или я сейчас позвоню ему. Смотри, как раз у нас сейчас денежки есть. Да, маленькую. Газовая. Я просто не знаю, как обращаться. Макс, ну все ж можно прочитать в инструкции. Да? Ну, хорошо, тогда будешь готовить. Ну это stainless steel или нет, Макс? А ну посмотри, почитай. Вот здесь, наверное, все описывается. Главное, чтобы была сталь, а то остальное будет ржаветь. Just extra door. Так. Ты по какому читаешь? По испанскому там? Нет, да. Я не вижу здесь, конечно, какой материал. Ну, можно кого-то позвать, почитать, спросить у работников. Подумаю еще. Подумать надо над этим вопросом. Может, пенсию возьмем? А, ее еще строить надо будет. Тебя это смущает? Да, я не буду ее строить.